Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре. Вот такое вот у меня есть видео. Краткий обзор по нему. Random. Значит, сегодня буду проверять его на вывод. Хочу его проверить. На балансе у меня 4 монетки. А сбор идет вот здесь от 5 монет. Значит, я записала видео, краткий обзор. Я его отправила на проверку, как я говорила. Мне дали 20 монет бонуса. И вот я их хочу проверить эту игру на вывод. Значит, кликаем вывод. И сейчас посмотрим. Не забываем в настройках прописать адрес кошелька. Вернее, реквизита, куда вы собираетесь выводить. Я депонировала в тронах. Я прописала адрес кошелька трона. И, соответственно, я буду выводить криптомонете трон. Инвестиционная игра. И не забываем о том, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Вот так она, как всегда, грузит. Давай быстрее. Ой, да. Значит, минимальный вывод 10 криптомонет Трон. Минимальный депозит здесь от 50 криптомонет Трон. На балансе у меня 21 монета. Эту сумму я хочу стереть. Так, давай стирайся. Ставлю 20. Одна монета. Точка 00. Так, 21 монета. Это вот этой местной монетки. РНЦ. Или как она? Значит, в 3Х. А вот видите, уже 19. Интересно стало, видите, да? Мне 21 поставлено. 21. Угу. Так, ну здесь не будут ни точки, здесь она конвертируется. Это в тронах 17 монет. Кошелек у меня прописан в настройках. Я прописывала. Стоит трон. Кликаю вывод. И сейчас проверим ее на вывод. Ну, как всегда. Зачем вот это все? Фу. Она долго так грузится. И, как видим, у меня на балансе стал 0. И здесь стоит что? 17 вот моих 3Х. 9.04, 24 год. Идем в Тронлинк. Сейчас посмотрим.
Вот они, мои монетки прибыли. Ну, ё-моё. Вот они, транзакция, плюс 17 монет. Все как бы на ваших глазах. Адрес кошелька здесь, адрес кошелька здесь. Число 9.04. Все шикарно платит. И хочу сказать YouTube-блогерам, если вы будете писать видео и отправлять на проверку, обязательно не забудьте вот здесь вот, в правом верхнем углу кликнуть на эту галочку во время видео, чтобы виден был ваш логин. Видите? Вот чтобы как бы отображалось на видео вот это вот ваш логин. Я в прошлый раз вроде и не нажимала. Что-то они не густо и заплатили 20 монет. Вот. Сюда пойдете, вот в самый конец. Баннеры. Сейчас опять будет грузить. Там ставите в самом низу просто ссылку на видео и нажмете отправить. Обрабатывается оно. У меня сколько? Дня два добрых они обрабатывали. Не спешат. Как бы. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо, платит инстантом. Всем удачи, всем пока.